Российская компания 1С анонсировала ролевую стратегию «Регион», над которой работает варшавская студия HHAD, Deblue 3D Mazi. Впервые игру представили на мероприятиях PAX-SAUD и PAX-EAST, она. В днях вышел ее дебютный трейлер. Действие игры происходит в киберпанковом мире будущего. Нам выпадет роль пророка Леона, который собирает приверженцев своего культа, одновременно сражаясь с врагами новой религии, но постепенно. Он начинает от построения лучшего будущего переходить к уничтожению безбожников. Авторы обещают рассказать нам захватывающую историю со множеством сложных моральных решений. Релиз игры должен состояться в этом году на РС. Помимо одиночной сюжетной кампании, игрокам будут открыты многопользовательские сражения. На днях 1С выпустила в Steam еще одну киберпанковую игру – Quantum Replica. Это динамичная метроидвания, в которой герой может ускользать от преследователей, путешествуя во времени, а для сражений с армиями синдиката использует взломы технические устройства.